Fost delegația conferinței, a fost propus candidat pentru funcție de președinte a unei organizații teritoriale Glodini, a fost propusă candidatura doamnei Stella Olățu. Vă rog frumos, punem la vot. Cine este pentru? Așa. Împotrivă? Anonim. Abținut? Unanim. Vă felicit cu alegerea dumneavoastră în calitate de președinte a organizației teritoriale. Желаю вам сил, чтобы вы справились и с примарией так, как справлялись до сих пор, и с работой территориальной организации. Удачи вам! Astăzi, la data de 26 aprilie, a fost convocată conferința Organizației Teritoriale Glodini și am fost reales ca președintele Organizației Teritoriale. Țin să mulțumesc susținătorilor pentru încrederea acordată. Desigur, planuri sunt mari, idei sunt multe, o să muncim împreună cum am muncit și până acum. Prin greutăți la stele am avut totdeauna devizia dată, dar... Indiferent la condițiile create, indiferent la factorii care se creează în împrejurimea noastră, am înțeles că prin insistență, prin efort și prin susținerea oamenilor avem succese și sper să avem în continuare aceleși succese frumoase și rezultate frumoase pe care le-am avut până acum. Сегодня в Гладянах прошла конференция отчетно-выборной территориальной организации. Этой конференции открылась, ну, кампания, она пройдет во всех территориальных организациях нашей партии по всей республике в течение апреля-мая. И где-то 35 таких будет конференций. То есть было избрано руководство организации, председателем организации избрана Стелла Ануцу, примар города Гладень. Избраны вице-председатель, секретарь, бюро, совет. Такие кадровые и технические вопросы, но очень важные сами по себе. Создан такой костяк партийный, на котором, мы уверены, в ближайшее время будет как бы наращиваться такие мышцы. И обсуждалось, кроме таких кадровых технических вопросов, обсуждались и политические вопросы. Планы нашей партии на 2018 год, в том числе в контексте предстоящей кампании по выборам в парламент. Ну, то, что происходит, известно. Сейчас идут выборы в Бельцах. Мы знаем, что происходит в Бельцах, как там прессуют нашу партию. И ну, решение еще предстоит принять, но... Очевидно, что наша партия должна думать об участии в парламентских выборах как по партийному списку, так и в одномандатных округах. То есть мы обсуждали и эти вопросы сегодня.